Серьезно? Серьезно, ребята? Манки щука. Ух ты! Вот это щучка. Небольшая, но приятная. Есть. Вот смотри, с чумой. С чумой даже? Пришла с чумой щуки. Тише, тише, тише. Смотрите, чума щуки. Вот такая есть такая щучка. Такую щуку, она не опасна, еще раз повторимся. Эта штука не опасна для человека. Этот кусок можно вот так вот вырезать, отдать собакам. Вот. Но самое главное, вот эту щуку ни в коем случае не бросайте возле водоемов. То есть это распространяется, заражается страшной скоростью. Вот. Так что болеет. Болеют все. Ну что, тебе нужно снять? Ну, это, слушай, по зубасти. Это, видать, уже откуда-то вон шла. Вон, смотрите. Это, может быть, видишь, та, которая местная здесь, щука. Так это не местная, это спортивная, видишь? Да. Она поэтому, может, маленько раньше стала менять. Не исключено. Поэтому сейчас будет брать. То, что скатывается. Так, что-то у меня не получается достать. Да. Да я этими не умею, блин. Что ж такое? Вообще не говори. Так, на. Вытаскивай. Я держу, не могу. Так бы двумя руками я бы достала, наверное. Так, сейчас, секундочку. У нас собаки голодные. Сейчас, секундочку. Вчера живцовых окуней поели. Бедолаги. Ждали, даже сюда пришли от избы. Ну что вы тут что-то наловили, не наловили? Ты делаешь так? Да вот, вытаскиваю, она зацепилась за этот. За ус? За ус. Вот. Ну вот, и вас. Ура! Обрыбилась. Я уже за 3 дня настолько разуверовалась, я даже не поверила, что я споймала. Я решила это зацеп опять очередной.